Какую пользу приносит компании наличие PMP-сертифицированных специалистов? PMP-сертифицированный специалист, он знает диапазон, разный вариант решения вопросов, проблем организации проекта. То есть есть проектные менеджеры опытные, которые благодаря своему опыту знают. А в нашем мире много всяких разных вариантов. Один из самых популярных инструментов PMBOK, это называется анализ альтернатив. Не направо пойти, налево пойти, вперед пойти, и какие последствия от выбранного варианта будут. И вот PMP-сертифицированный специалист – это человек, который знает разный спектр вариантов. И он уже осознанно выбирает. Антиподом этого будет: беру первое, что попалось, и с помощью этого решаю проблему. Либо решаю проблему с помощью молотка, потому что у меня только молоток, поэтому я ищу везде гвозди. А все, что не гвозди, я этого и не решаю. Поэтому у меня, конечно же, проект может быть менее эффективный. Безусловно, самая главная ценность от PMP-сертификации и вот от обучения – это понимание вот этого всего спектра возможных вариантов, с помощью которых проект можно сделать эффективнее. Таким образом, это кругозор, это понимание глубокое, зачем я это делаю. То есть человек PMP-уровня, он может объяснить, зачем вот этот инструмент применять, а вот этот не надо здесь применять. То есть уже более осознанное понимание. Не просто копирую за кем-то, потому что так делали в той компании. А он уже осознает контекст, в котором ведется проект, он уже осознает, что есть более чем один вариант обычного решения проблемы, и он должен выбирать наиболее эффективный. Когда такого человека нанимают, собеседуют, когда выбирают компанию исполнителя какой-то закупки, в которой есть PMP-сертифицированные специалисты, то есть мы делаем допущение весьма достоверное, что если там есть PMP-шники, то эффективность управления таким проектом будет выше. Вот, собственно, в этом речь. Мы с вами этому будем учиться.